Ребят, привет. В общем, вода пошла. Вот она, получается, идет. Она сразу у нас идет в выгребную яму. Сейчас я вам покажу, вот, что вообще происходит внутри. Там уже вот эта талая вода, она, в общем, все залила нам. Ну, по дну, получается. Ну, как я, в принципе, вам говорил, то, что вот, вот этот стеклянная мозаика, если она еще затерта вот эпоксидкой, она очень хорошо воду держит. Вот видите, то есть это у меня получается самая низкая точка. Вот вода идет. Вот это, видите, вот это все у нас. Вот. То есть, когда вы, ребят, когда вот у вас такая ситуация будет, вам обязательно надо будет нижнюю точку, да, дна сделать в бассейне. Вот это у меня нижняя точка, ну, для слива. В общем, вот этот вариант тоже. То есть, некоторые просто ровную делают дно, да. Они на самом деле потом с тряпкой заколебутся бегать. То есть площадь-то большая, поэтому обязательно надо нижнюю точку сделать для слива воды. Ну, всем пока, ребята.